Молодежный центр «Импульс» продолжает развивать новое направление работы. В конце мая там открылся клуб молодых семей, а на днях прошла очередная встреча с его участниками. Руководитель нашего клуба молодых семей, зовут ее Диана Романчеева, она дипломированный психолог и педагог. Она самостоятельно проводит часть мероприятия, как и сегодняшнее. Сегодня они обсудили тему о подростках, как с ними общаться, как правильно выстроить коммуникацию, какими трудностями может столкнуться наш подросток. Стать членом клуба могут молодые семьи в возрасте от 18 до 35 лет, проживающие на территории городского округа Мытищи. В клубе проходят различные семинары и мастер-классы. Также там можно получить бесплатную помощь педиатра, психолога, логопеда и дефектолога.